Всем привет! Вы на канале ⁇ Политический новостник ⁇ Приятного просмотра! Объединенные Арабские Эмираты стали третьей арабской страной, заключившей соглашение с Израилем после Иордании и Египта и первым таким государством среди стран Персидского залива. Этому соглашению, о котором Трамп объявил на своей странице в социальных сетях, предшествовали телефонные переговоры состоявшееся между премьер-министром Израиля Нетаньяху, наследным принцем Объединенных Арабских Эмиратов шейхом Мухаммедом бин Зайодом и президентом США. Вместе с тем совершенно очевидно, что у этого соглашения есть определенное подноготное. Ведь Объединенные Арабские Эмираты используются в качестве инструмента США и Израиля для реализации их сценариев на Ближнем Востоке. Сведения о том, что Объединенные Арабские Эмираты стали едва ли не базой ЦРУ, уже фигурируют в открытых источниках. В заявлении, сделанном вчера, 13 августа, сообщается, что в силу этого соглашения, Израиль замораживает планы по аннексии 30% западного берега реки Иордан. Обратите внимание, не отменяет. Это всего лишь прикрытие для переноса этих планов. Почему? Израилю уже пришлось отложить процесс аннексии, который он собирался осуществить в июле по нескольким причинам. Прежде всего эпидемия, уровень безработицы, превысивший 20%, по-прежнему отсутствующая поддержка со стороны оппозиции в стране, и, наконец, решение зятя президента Трампа Кушнера «давайте заморозим план для получения большей национальной и международной поддержки». Вероятность победы кандидата от демократов Байдена на президентских выборах в США – еще одна важная причина, которая беспокоит администрацию Нетаньяху. Другое измерение вопроса заключается в том, что усилия по аннексии после выборов в США могут быть поставлены под сомнение. Даже Трамп, уступающий Байдену, согласно опросам 6,8%, не предпринимает шагов в этом вопросе, которую он мог бы сделать рычагом влияния на свой электорат. Дело в том, что у американских избирателей тема аннексии находится довольно низко в рейтинге. Такая же ситуация в Израиле. Только 4% участников опроса, проведенного телеканалом Канал 12, на вопрос, какова важнейшая задача правительства, отвечают аннексия. При этом первый пункт повестки дня у израильского народа в пользу него высказались 69% борьба с эпидемией коронавируса. Иными словами, откладывание реализации решения по аннексии является не успехом Объединенные Арабские Эмираты, а лишь частью тактических изменений. Таким образом, через Объединенные Арабские Эмираты призывают другие арабские страны. Смотрите, эта аннексия отложена благодаря нам, присоединяйтесь. Таким способом желают расширить международное пространство, на котором найдет поддержку план Трампа по Палестине. На самом деле Объединенные Арабские Эмираты были вознаграждены за отсутствие позиции по аннексии, пишет в соцсетях палестинский политик Ханан Ашрауи. В заявлении о соглашении также речь идет об определенном преломлении проблемы с точки зрения Турции. Так отмечается, что два государства в ближайшие дни на уровне делегаций подпишут соглашение во многих сферах в соответствии с принципом взаимной выгоды, и подчеркивается общая позиция относительно угроз и возможностей в регионе. Израиль объявивший о поддержке Греции, Объединенные Арабские Эмираты, которые позиционируют себя на его стороне, оказывают всевозможную поддержку нелегитимным структурам в Ливии и за счет этого пытаются усилить антитурецкий блок в Персидском заливе. Кроме того, взаимодействие Турции с исламским миром в контексте аннексии, которая будет происходить, также не остается ими незамеченным. Поэтому осторожно. Турцию желают взять в клещи на все более обширном пространстве. Спасибо за просмотр, жду ваших комментариев, ставим лайк и подписываемся на канал.